Всем привет! Продолжаем гулять по улицам города, в котором я живу. Это город Петербург. Так, Чехова, дом 8. Архитекторы Мюллер. Год постройки 1862-1863. Доходный дом и экипажный магазин Неллисов. Я пользуюсь сайтом City Walls. Архитектор Мюллер Карл Федорович 1862-1863-1866. Архитектор фон Геккер Василий Федорович. В конце 18 века здесь располагалась слобода Преображенского полка. Участок, находящийся на месте дома номер 8, вероятно, вместе с казарменной светлицей, перестроенный в одноэтажный дом, был куплен Рыковым в конторе городских строений. В 1816 году родственники умершего, к тому времени Рыкова, продали участок с одноэтажным домом каретному мастеру Ивальду Вилле. К 1818 году Вилли снес ветхое строение, построил на его месте новый одноэтажный дом в 11 окон. В 1824 году участок приобрел немецкий слесарь Яхтман. В середине 1840-х годов участок перешел к каретному мастеру Карлу Матвеевичу Неллису. В 1862-63 годах на месте старого одноэтажного строения он возвел по проекту Мюллера четырехэтажный дом в кирпичном стиле. После смерти Карла Матвеевича дом перешел к его старшему сыну Карлу Карловичу. К началу 20 века дом Неллиса был обычным доходным домом. В 1915 году здесь находился городской лазарет гимназии Стоюниной. В 1917 миссия Португалии. В 1965 завод фотопринадлежностей. В 2001 году дом включен ГИОПом в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. В этом доме жили политический деятель Милюков, лидер Конституционно-демократической партии, партии Народной Свободы, кадетской партии, министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году, с 1916 года почетный доктор Кембриджского университета. 1928-1929 здесь жил артист Полицеймака, советский актер театра и кино, лауреат Сталинской премии третьей степени. 1951 год, народный артист СССР 1957. В 1911-1912 годах здесь жил артист Императорского Александринского театра Студенцов. В блокады с женой Ниной Михайловной Железновой работал на радио и в театре имени Пушкина, заслуженный артист РСФСР. 1892-1906 здесь жил изобретатель Фрезе. 1911-1912 артист Императорского Александринского театра Юрьев. Юрий Михайлович Юрьев, русский советский актер, театральный педагог, заслуженный артист императорских театров, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии 43-го года, доктор искусствоведения. Вот так кратко о доме номер 8 по улице Чехова. Я пользовался данными сайта City Walls. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.